Достала реклама в U-Torrent? Есть решение. Здравствуйте, подписчики и просто зрители моего канала. С вами Кирилл Ржевский, и вы находитесь на моем новом видеоуроке. Видеоуроки номер 16 о том, как убрать, ну или как отключить рекламу в U-Torrent. Ну что же, годика так два назад я уже делал видео о том, как, собственно, скачивать через U-Torrent, ну или с помощью программы U-Torrent игры, видео, музыку, программы и так далее. Но я упустил один важный момент, то что в этой программе у тех людей, которые ее скачивают и начинают только ей пользоваться, возникает реклама. Просто такие всплывающие окошки. Окошки с рекламой. Эти окошки могут замедлять работу программы. Как же нам отключить эту рекламу? Ну что же, давайте для начала зайдем в саму программу. Вот, как вы видите, реклама. Я ее, конечно же, отключил, но я включил специально для вас, чтобы наглядно показать, как же ее отключить. Вот эти всплывающие окошки. Кого-то они могут не бесить, кто-то может свободно пользоваться программой, но именно большинство пользователей Windows, пользователей U-Torrent, эти окошечки, они раздражают, просто раздражают, и хочется побыстрее их убрать. Как же это сделать? Ну что же, не в зависимости от того, какая у вас версия U-Torrent, на всех версиях U-Torrent это решение работает одинаково, поэтому смотрите сюда, ребята. Для того, чтобы отключить рекламу в U-Torrent, просто нажимаем на файл, то есть настройки. Потом нажимаем настройки программы. Или можно просто нажать на клавиатуре Ctrl плюс буква P, английская. Вот. Здесь мы попадаем во вкладку «Общий интерфейс». Нам нужна вкладка «Дополнительно». Она у меня вот уже выделена синим цветом. Вот, собственно, тут значение стоят, и мы из этих значений должны пролистать ползунок в самый низ. Вот, пролистали. Теперь немножечко вверх. Мы должны найти значение с надписью offer. Просто ищем. Вот, собственно, вот они, все эти значения с надписью offers. Вы, в принципе, можете вот здесь вот в фильтре ввести значение offer, и у вас все вкладки с надписью offer просто выползут, только они. Нам нужно с вами две вкладки, которые нам отключат вот это вот окно сверху и вот это вот окно слева, как вы можете заметить. Нам нужна вкладочка для начала. Так, сейчас, секундочку. Нам нужна вкладочка Offers Sponsored Torrent Offer Enabled. Enabled означает, что она включена. Ей прописано значение True, то есть правильно. Нам же нужно прописать ей значение False, то есть неверно. Это же будет и означать Disable, то есть отключена. Это у нас отключится верхнее окно. Верхнее окно с рекламой. Вот, мы нажимаем сюда. Вот на эту вкладку и нажимаем просто нет. Все, у нас поставилось значение false. Многие могут вас сбить с толку, порекомендовать скачать U-Torrent Pro версию, где нет рекламы, но просто смысл ее скачивать, когда можно и в обычной версии все решить с рекламой, и чтобы эта реклама не всплывала. Вот, собственно, и все решение. Вот мы прописали значение false, и нужно найти еще одну вкладку. Называется Offer Left Rail Offer Enabled. То есть, как мы видим, Offer Left — это окошечко, которое всплывает у нас слева. Вот это вот окошечко. Мы тоже прописываем ему значение false, то бишь disable, отключено. Нажимаем нет, и все. Больше мы здесь ничего не трогаем. Затем нажимаем ОК, так как кнопочка «Применить» у нас почему-то недоступна. Мы просто нажимаем ОК. И все.
Как вы видите, реклама у нас с вами убралась. Но если у вас реклама не убралась, то просто попробуйте перезагрузить приложение. Вот, тогда у вас реклама точно уберется. Это 100% решение, не пишите мне, что у меня не получилось. Она должно у вас, все должно получиться, так что просто повторяйте то, что я сейчас вам показал. Это очень простое решение. И особо заморачиваться с этим не стоит. Вот, собственно, реклама отключена. Надеюсь, я вам помог. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Делитесь этим видео со своими друзьями и с теми людьми, у кого выскакивают окошечки с рекламой в YouTorrent. Также добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании на свою страницу. Ну все, ребята. С вами был Кирилл Ржевский. Был мой 16-й видеоурок уже о том, как убрать или отключить рекламу в приложении YouTorrent. Все. Увидимся, ребята, в моем следующем видеоуроке. В будущем планирую записать и новости канала, когда точно не могу вам сказать, но все будет видно. В скором времени все будет видно. Все. Всем удачи, ребята, всем пока. Увидимся.